Единый гимн хором поют более 1000 человек. Так открывается форум ветеранских организаций Самарской области. В этом году сразу несколько из них отмечают юбилеи. 45 лет Самарскому рекоотделению Российского союза ветеранов. 30 лет общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. И 20 лет организации «Труженики тыла» и «Ветераны труда». Поздравления им передает председатель Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов. Телеграмму зачитывает ведущий. Обращаюсь с призывом ко всем ветеранским организациям Самарской области сделать все необходимое для защиты исторической правды о Великой Отечественной войне. Сохранить дружбу и доверие между народами, которые вместе пришли к победе, поднимали свою страну из руин, поддерживали друг друга, как самые родные люди. Родными считают себя все 2500 человек, члены Ассоциации ветеранов социальной службы. Она существует уже более 5 лет, и все эти годы ее председатель Людмила Матвеева объединяет работников соцслужб. Ассоциация, она консолидирует наших ветеранов. Активные они становятся, и это очень здорово, что у нас есть такая ассоциация. Самые активные ветераны получают госнаграды и ценные подарки. Нельзя недооценивать опыт этих людей, отмечает губернатор Николай Меркушкин. Без вашего внимания не остается ни один актуальный вопрос в жизни нашей губернии. И это поистине так. Самые, может быть, сложные моменты, когда надо было нам принимать или какое-то решение, или мобилизовывать людей на разные кампании, мы прежде всего обращались к вам, встречались с вами и выслушивали вашу точку зрения. Один из самых трогательных моментов форума – самарские школьники торжественно принимают присягу юнармейцев. Особенно взволнованы сами ветераны. Подрастающее поколение не подведет, уверены они. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».